Всем привет! В этом видео я расскажу, как зарегистрироваться в проекте CryptoHands и как купить первый уровень, используя мобильный кошелек, в данном случае Trust Wallet. Trust Wallet – это такой мобильный кошелек от компании Binance, это известная биржа. Этот кошелек умеет поддерживать DAPы, так называемые смарт-контракты. Итак, вот у меня есть аккаунт, на котором уже есть 0,05,6 эфира. И я сейчас попробую купить первый уровень, зарегистрироваться в CryptoHands. Смотрите, ссылка на кошелек будет в описании. Это сайт trustwallet.com. Есть приложение как для Android, так и для iOS. Итак, мы зашли в кошелек. Снизу мы выбираем DApps. И в адресную строку сверху мы вставляем наш URL. То есть, либо это будет CryptoHands.org, либо это будет какая-то реферальная ссылка, по которой вы пришли. В моем случае это реферальная ссылка. Я ее вставляю и нажимаю сюда. Вот. Я перешел на сайт CryptoHands. Здесь видно моего аплайнера. Давайте переключим версию на русскую. Так, что нам необходимо дальше сделать? Нам нужно нажать на человечка с плюсиком в верхнем меню. Вот сюда. Вот, мне уже сайт подставил в поле input data моего аплайнера, адрес смарт-контракта и сумму в ETH, которую я должен перевести. Далее я просто нажимаю на кнопку «Регистрация» в один клик. Кликаю на нее. Кошелек Trust Wallet сформировал мне транзакцию, полностью уже готовую. То есть, если мы зайдем в настройки, мы увидим, здесь цена газа 5, лимит газа 1 миллион. И в данной транзакции, тут в скобочках написано не обязательно, но на самом деле в случае CryptoHands это обязательно, туда нужно ставить кошелек вашего аплайнера, тот, кто вас пригласил в систему. Ну, здесь уже все вставлено, я просто вам показал, как это выглядит. И, соответственно, мне остается нажать только кнопку «Одобрить» внизу. Все, транзакция отправлена. Теперь можно посмотреть ее статус на сайте etherscan.io. Подождем некоторое время, пока транзакция завершится. Ссылку на кошелек я оставлю в описании к этому видео. Я рекомендую пользоваться приложением Trust Wallet. Оно еще удобно также тем, что вы можете импортировать сюда свой приватный ключ, или сид-фразу, или keystore файл и пользоваться кошельком. Все, транзакция завершилась. Она успешна. Вот видно, что я переслал 0,05 эфира на смарт-контракт, а смарт-контракт переслал эти 0,05 эфира моему аплайнеру. Все, теперь я нахожусь в системе, теперь я могу зайти на сайт CryptoHands.org в свой личный кабинет при помощи либо кошелька Trust Wallet, либо просто введя свой логин, свой адрес своего кошелька в логин поле. Регистрируйтесь в CryptoHands и привлекайте новых рефералов. Всем удачи, всем пока!